ваше лицо сейчас, как было у Кати. Это нормально, не пугайтесь, я не сошла с ума. Так ты будешь объяснять, что происходит? Сегодня мы познакомим вас с новым жанром ASMR, очень популярным в нашем мире YouTube. Мы сами сегодня с ним тоже знакомимся. Все впервые. И что это такое, я вам в двух словах расскажу. Это видео основано на разных звуках и на шепоте. И смысл его в том, чтобы эти звуки помогли вам расслабиться. Я надеюсь, это поможет расслабиться, а не взбеситься от непонятной ситуации. Мама, ты втянулась. Покушать на камеру всегда приятно. А я знаю, что те, кто за камерой, это уж жутко разжигает аппетит. Идите к холодильнику только после просмотра этого видео. Совсем не шокировать. Мы вам будем читать шутки.
же просто замечательно. Если вы стали похожи на фото в своем паспорте, вам пора в отпуск. Жизненно. Да-да, очень. Однажды женщина мне сказала: какой же ты классный. А я подумал: какая же ты, блядь, непривередливая. И еще одна шутка от меня. Люди, которые обижаются, что я не здороваюсь с ними на улице, это все из-за моего зрения. Я вас прекрасно вижу и просто не хочу портить себе день. Девушка, а можно вам заказать кофе или чай, а может быть коктейль? Мы еще с тобой не познакомились, а ты меня уже бесишь своей нерешительностью. Если я буду постоянно держать себя в рамках, то превращусь в портрет. Кстати, прикольно. Тебе понравилось? Да. Надеюсь, что и вам. Лайфхак. Пункт первый. Снимаешь самую дешевую проститутку. Пункт второй. Идешь с ней в свингер-клуб. Пункт третий. И меняешь ее на чью-то нормальную жену. Рекламная пауза. Говорят, что таким образом добиваемся массажа ушек. Тебе кажется, что я массирую твое ушко? Мои мембраны вибрируют. Мне на самом деле кажется, что приятно. Но подожди, это видео надо смотреть в наушниках. Да, кстати, это правда. Это видео обязательно нужно смотреть только в наушниках для того, чтобы получить тот самый эффект. Вот вам следующая шутка. У меня плохая привычка просыпаться вовремя и лежать в кровати, пока я не начну опаздывать на работу. Это про меня. И про меня. Жизненно. Лайк.
снимать эту рубрику «Смерть для вас». Подписываемся на наш канал. Если у вас вечер или ночь, мы желаем вам доброго вечера или доброй ночи.